Так, что ж, друзья, всем привет. Сегодня продолжаем гонять в MotoGP. Сегодня поедем мы во Франции, Лиман. Трасса, на которой сейчас, в данный момент, проходят настоящие соревнования по MotoGP. И лучшее время в квалификации сегодня показал Квартараро. Минута 32,6. Забегу немного вперед, друзья. Я проехал сегодня минута 32,2. Ну, что не может не радовать, друзья, не может не радовать. Как бы вот так, это прикольно. Но два дня я настраивал мотоцикл, гонял по 7-8 часов. Это где-то 16 часов получилось у меня езды для того, чтобы настроить мотоцикл. И то настроил я последний момент буквально. То есть выехал сегодня на запись на старых настройках. Промучился 1,5-2 часа, устал и решил еще покопаться. Едем на Хонде, после Ямахи у нас идет Хонда. Едем за Марка Маркеса. Боты 75%, с этой настройки ботов я угадал. Они показывают именно такое время, которое сейчас едут все остальные пилоты в MotoGP 21 на трассе Лиман в данный момент, в настоящее время. Как бы с настройками я угадал, 75% самое то. Как бы вот так. Я даже сам не ожидал, что сегодня покажу такое время. То есть до этого, два дня назад, у меня было время минута 32,7 и 8 тысячных. То есть сегодня вот на запись я даже не мог и это время показать. То есть 2 часа проездил, не мог показать это время. И решил в последний момент еще покопаться на настройках, и мотоцикл, в принципе, поехал. Как бы вот так. Так, ну что ж, друзья, у нас практика. Сейчас загружу настройки. Это еще я выезжаю сейчас, загружаю жесткие настройки. Здесь я еще не настраивал. Новых настроек нет, а выезжаю на старых настройках. Выезжаю на старых настройках, которые были настроены 2 дня назад. Ну что ж, практика, парни. Практика, погнали. Асфальт очень холодный, всего 33 градуса, поэтому едем на сликах, не боимся. There he is, heading out on track, and we'll soon find out whether he's looking for a quick lap time. Все-таки я настроил программу на запись. Теперь у меня не забирает FPS программа. И все отлично едет и работает. Это не может не радовать, не может не радовать. Это классно. Так, ну что ж, друзья, практику я показывать не буду, а сразу перейдем к квалификации, уже последние повороты. Последний поворот я сейчас покажу в квалификации. Так, вот, вышел из поворота, финишная прямая, отлично. Минута 32,2, замечательно. We're back in the pit lane, where the rider is returning to his team. Probably wants to give some further feedback about the bike setup. Это уже я квалификацию, я уже проехал на новых настройках. Я некоторые узлы мотоцикла сделал просто помягче. Чуть-чуть помягче, то есть... До этого у меня был практически жесткий мотоцикл полностью. Потом я решил сделать его помягче, и мотоцикл поехал. Так, сейчас я удалю старые настройки жесткие и поставлю новые настройки, сохраню их. Ну, отлично, замечательно. Так, давайте я сделаю плавную перемотку, посмотрю, как будет улучшаться время у соперников, какое время они покажут.
Так, Финелис показал минута 32,6. Друзья, это время, которое в данный момент, в настоящее, сегодня, в субботу, показал Квартарара. Как бы вот так. То есть у меня пилоты едут со временем реальных пилотов, и это замечательно. Так, 34 градуса асфальт, так что едем на сликах, вообще не боимся, потому что на сликах я ехал и в 44 градуса асфальта, и нормально они держали. Смотрите, что они сделали с лицами. Они как будто прокаженные вообще. У меня все стоит на ультра, друзья. Лица ужасно просто изуродовали. Изуродовали. Это ужас. Росси показал минута 33,4. В реальности сегодня в квалификации Росси показал минута 33,100. Прикиньте, практически секунда в секунду идут пилоты, вот боты здесь, и блин, классно. Ну что ж, погнали, парни, гонка, погнали. Замечательно, смотрите, идет старт, очень много пилотов, и не фризит ничего, но чуть-чуть подорвало картинку, а так замечательно вообще. Так, идет борьба, я третий. Очень плохо, что нет экшн-камеры вот для управления. Вот голова не трясется вообще. Намертво просто наклоняется, и все. То есть она должна трястись. Вот как в конце у меня будет повтор, камера экшн ставит. Так, отлично, я второй. Замечательно. Вот здесь сложное торможение идет. Очень сложно и очень трудно попасть именно в эти два поворота после жесткого торможения. Потому что штрафы здесь дают, только не балуйся. Вот они поперли эти штрафы. Но здесь хоть правильно сделали, дается там 4 или 5 предупреждений. И если вы продолжаете срезать, тогда вам начисляют штрафное время. Вот здесь они сделали правильно. То есть не сразу, херакс тебе полсекунды, блядь, и все. А здесь вот нормально. То есть сначала идет предупреждение. Все правильно. Так, я второй. Так, ну здесь хотя бы я не отстаю, как в Джаросе. В Джаросе я вообще отставал по полной. Ну, может, из-за того, что фризило, потому что я ехал в прямом эфире, ну, как бы записывал, и у меня все фризило. Может, из-за этого я и мотоцикл-то настроить не мог, и нормально, и гонку проехать не мог. Все-таки немного рвет кадры, немного рвет, но это не так фатально и не так вообще, чтобы болели глаза и не видно было даже, я не знаю, ни тормозных точек, ни даже пилота, который идет впереди. Так замечательно, иногда подрывает, но это, я даже внимания не обращаю.
Так, идет третий круг уже идет. Так, парни, вы напишите. Может сразу показывать повтор, вот, не повтор, а гонку с экшен камеры. Или все-таки сначала гонку вот так нормально показать, чтобы было видно, какие пилоты друг друга обгоняют, времена было видно, чтобы. А потом уже как бы, да не потом, а просто сразу с экшен камеры гонку показывать. То есть практику и квалификацию можно показать с такой камеры, с реальной. А саму гонку может лучше показывать с экшен камерой, так будет интереснее. Правда, там со звуком напортачили, там ужасный звук, неправильно вообще. Так, смотрите, догоняю чувака. По-моему, это Винелис, пилот Ямахи. Или Сузуки, непонятно, что-то я не вижу. Так, я первый, и что не может не радовать? Что не может не радовать? Замечательно. Убрали они эту фишку, когда вы сталкиваетесь мотоцикл, то есть вот в пылу гонки там, или когда толпа толпой, то есть у вас теперь не ломается мотоцикл, нет повреждений, не знаю, ломаются ли антикрылья, то есть как бы самые большие антикрылья здесь у Априли, то есть поеду на Априли, посмотрю, обламывают они крылья или нет. То есть если они убрали эти фишки, то это плохо, конечно. Там была физика очень крутая, когда ломаются антикрылья, у вас мотоцикл просто перекашивается, он его тянет в ту сторону, где антикрыло сохранилось, и поэтому у вас постоянно идет перекос, и управлять очень сложно. А здесь, по-моему, они убрали, потому что вот я бился здесь в толпе, когда ехал, бились мотоциклы друг об друга, ну как, стукались, повреждения они убрали, то есть мотоцикл не ломается теперь. Надо было оставить эту фишку, только чуть-чуть убрать, чересчур он больно ломался, чуть-чуть заденешь и все, он перестает ехать. Потому что, ну, конечно, это перебор был, потому что я видел, как мотоциклист падал, поднимал мотоцикл и нормально доезжал гонку, еще обгонял. То есть мотоцикл, да, по земле там кувыркался, пахал все поле, да, и нормально потом доехал. В предыдущей версии игры чуть-чуть тебя задели, другой мотоцикл задел, даже колесо в колесо, и у вас мотоцикл что-то ломалось там. Конечно, перегнули. Но фишку оставить надо было. Так, я первые 5 кругов, осталось 2 круга. Так, я думаю, раз перестал у меня фриз делагать при гонке, может быть, по 20 кругов поставить, как в реальной гонке, или будет надоедать? Напишите. Видите, чуть подлагнуло и все, и я вылетел. Thank you.
слышу звук мотоцикла, сзади меня кто-то нагоняет. Все, последний круг. Так, сейчас последний сложный, торможение сложное. Вот оно. Надо на торможении, не отпуская тормоз, плавно тормозить и попасть вот в эти радиусы. Иначе сразу будут штрафы большие. И вот здесь сложный поворот, надо вот в эту скобочку тормозить. Не попасть на штраф, а аккуратненько проехать. Все, нормально. Все, парни, я победил. Замечательно проехал. Ничего не фризил. Чуть рвало кадр где-то иногда, но это не фатально. Так, проехал первый раз гоночку в Лимане. Дали фишечку, картиночку. Я не знаю, что это такое. Смотрим повтор, парни. А в конце, после этого повтора будет... Еще один повтор, только с экшн-камерой. Кому интересно, можете посмотреть. Я не ставлю ее пока первой, потому что там проблемы со звуком и там совсем испорчен звук. Так, вот так. Поэтому я ее не ставлю пока вот в основной, как бы, ну, для проезда гонки. Ну, как бы там проблемы со звуком. Ну вот посмотрите, услышите. Все, парни, я на этом буду прощаться. Парни, смотрите повтор. Гоняйте в MotoGP, это, ну, просто классно. Гоняйте в гонках, на машинах, на мотоциклах. Пишите комментарии, кому понравилось, ставьте лайки. Я на этом прощаюсь. Всем удачи, всем пока.
turned off. The cameras are going to take us to the podium to see the award ceremony. But in the meantime, let's take a look at the final results in the MotoGP class. Undoubtedly, it was a perfect day for him. In addition to the victory, his position also earns him 25 priceless championship points. Here comes Marquez, who is absolutely over the moon. The Honda mechanics cheering at the podium are triumphant, and who can blame them? It was a fantastic race.